Всем привет, меня зовут Никита, я автор блога 10kg.ru, и в этом видео, в этом коротеньком видео, я решил сделать, скажем так, анонс еще одного видео, которое выйдет где-то там в середине следующего месяца, ориентировочно после 10 числа, и это видео будет называться «Сколько можно заработать на форуме Forex деньги». Про этот форум я уже снял несколько видеосюжетов, если что, ссылки на эти видеоролики я оставлю в описании. Напомню, на этом форуме оплачивают ваши сообщения, и если кто-то ставит лайки вашим сообщениям, за это вы тоже получаете деньги. Все деньги, которые здесь скапливаются, переводятся на торговый счет для торговли на Форексе, ну и дальше вы этими бонусами торгуете. Ну а деньги уже, которые зарабатываете на торговле, их можно выводить. Итак, суть этого видео в том, чтобы задокументировать, скажем так, для дальнейшего вот моего следующего видео результаты текущие и то есть какие они будут потом. То есть на сайте, на форуме есть страница с рейтингом бонусов. Так, тут как-то можно по 50 отображать. То есть смотрите, здесь есть рейтинг бонусов и здесь указаны топ несколько там, не знаю, 50 пользователей или сколько, ну не 50, здесь их намного меньше. То есть здесь указаны пользователи и указана сумма, которую они заработали на этом форуме. Эта сумма обновляется раз в месяц. То есть сейчас, в январе месяце, мы видим их результаты, скажем так, за предыдущий период какой-то. В следующем месяце, после начисления бонусов, то есть бонусы начисляют по 7 число, ориентировочно 10 еще начисляют за рефералов, то есть вот после 10 числа здесь вот эти все данные уже будут новые, то есть и каждый пользователь из этого топового списка получит какую-то определенную сумму. Ну и мы, собственно говоря, ради интереса вычтем из новой суммы вот эту вот старую сумму, именно для этого, кстати, я сейчас видео и записываю, то есть и получим разницу, то есть мы узнаем, сколько тот или иной пользователь заработал за январь месяц на этом форуме. Отдельно я еще хотел бы выделить одного пользователя, которого нету в этом списке, но, в общем-то, я лазил по форуму и наткнулся на этого пользователя. Shadow Spirit. То есть у него, в принципе, не так много на форуме сообщений появляется, но эти сообщения почему-то активно лайкают. То есть, смотрите, у этого сообщения 97 лайков. И если, в общем-то, считать по моей предыдущей схеме исчисления, скажем так, что за каждый лайк платят около 52 российских рублей, то всего лишь за это сообщение он получит вообще там колоссальные деньги. Дальше он еще одно сообщение опубликовал, здесь еще 52 лайка. В общем-то, суть в том, чтобы сравнить его бонусы, которые у него указаны сейчас на форуме, то есть на данный момент за всю свою предыдущую активность на форуме, вот у него скоплено 247 781 рубль. Будет интересно посмотреть на изменения вот этой суммы в следующем месяце. В общем-то, ребят, меня зовут Никита, это канал о заработке в интернете, здесь будет много чего полезного и интересного, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки к этому видео, обязательно смотрите следующее видео вот именно с отчетом про все вот эти вот суммы, которые действительно можно зарабатывать на этом форуме, обязательно посещайте мой блог 10kg.ru, здесь много полезной информации про инвестирование, про заработок в интернете, про криптовалюту. На этом у меня все. Всем пока, до новых встреч!